Всем привет! Сегодня из Ниццы после очень вкусного завтрака, настоящий круассан, очаровательного аромата кофе. Вот, кстати, здесь Наполеон де Дритте, который встречался с нашим Александром II на вилле Берг в Штутгарте. Вот. Теперь, естественно, предлагают забыть и запретить исполнение Чайковского. Может быть, нужно будет достать из могил всех великих русских, которые теперь хранятся в состоянии покоя гробницы Екатерины, в старом замке королевы Ольга, урожденная дочь Николая II. И что будет дальше? Посмотрим. Уже месяц, как происходят странные события. Ну, что поделаешь? Если звезды зажигаются на небе, значит, это кому-то надо. Если что-то происходит, значит, кто-то в этом заинтересован. И нам решать, как мы будем жить дальше. Всем привет!